друзья. Следующий этап ремонта яхты, ну, уже не ремонта, а послеремонтный этап, это спуск яхты на воду. Сейчас мы яхту будем краном поднимать, возить вот на эту тележку, которую вы видите, и поедем краном, который спустит эту яхту на воду. Сейчас мы посмотрим, как яхта будет становиться на тележку. Перед тем, как яхта будет погружена на тележку, снимаются скары, на греческом языке скары, это на опорнике, куда упиралась яхта. Те места, где были скары, закрасится необростайка, потому что, понятно, возможности необростайкой покрасить не было, когда яхта стояла. Красавица яхта. Подкрасить снизу киль, что делают ребята, и яхта, 20 игры. Яхта поедет. Авто и ненера. И ненера по имандас. Итак, друзья, наша яхта АГП едет с ремонтной базы, едет к другим кранам, которыми будем спускать ее на воду. Пойдем и мы посмотрим. Спасибо за внимание. Всего доброго.